Сколько нефти и газа Россия поставит в Таджикистан в 2022 году? Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала «Султан Ти-Джей Ньюс». Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. Россия в 2022 году поставит в Таджикистан 260 тысяч тонн бензина. Об этом Интерфаксу сообщили в Министерстве энергетики РФ. Кроме этого, республика получит 10 тысяч тонн дистоплива, 40 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей, 40 тысяч тонн нефтяного битума, 100 тысяч тонн нефтяного кокса, 30 тысяч тонн мазута и 50 тысяч тонн мазута и 50 тысяч тонн сжиженных углеводородных газов, СУК. Поставки ресурсов будут осуществлять без взимания пошлин в рамках межправсоглашений. Таким же образом Россия направит топливо и в Казахстан. Республика получит 5,63 тысячи тонн бензина, 520 тысяч тонн дизельного топлива, 300 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей и 85 тысяч тонн топочного мазута. Еще одной страной Центральной Азии, в которую РФ в 2022 наладит беспошлинные поставки ресурсов, станет Кыргызстан. В страну поступит 0,5 миллиона тонн нефтяного сырья, 650 тысяч тонн бензина, 550 тысяч тонн дистоплива, 100 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей и 60 тысяч тонн битума. В Минэнерго РФ согласовали объемы поставок и в Армению, Абхазию и Южную Осетию, указывает Интерфакс. Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2021-го Таджикистан произвел 22,5 тысячи тонн нефтепродуктов. При этом в Министерстве энергетики и водных ресурсов республики подчеркнули, что такой объем незначителен на фоне размеров импорта ресурсов. С января по ноябрь 2021-го в Таджикистан везли свыше 553,9 тысячи тонн нефтепродуктов на более чем 360 миллионов долларов. Основным поставщиком ресурсов по-прежнему остается Россия. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.